Они работают, пока вы отдыхаете. Следят за порядком в доме, не путаясь под ногами. Они незаменимые помощники в быту, которые будут вас радовать каждый день. Представляем вашему вниманию обзор новых роботов-пылесосов Samsung JetBot. Погнали! А начнем мы с обзора JetBot 80, который всегда точно знает, где он находится и заранее продумывает свой маршрут. И все благодаря технологии LiDAR. Этот датчик определяет местоположение робота-пылесоса JetBot, сканируя пространство и собирая информацию об объектах вокруг. Это позволяет ему планировать перемещение и эффективнее выполнять свою работу. Цифровой инверторный мотор обеспечивает качественную уборку с постоянной мощностью всасывания. Кроме того, система интеллектуального управления мощности JetBot определяет тип поверхности и количество пыли, а затем автоматически регулирует силу всасывания. При чистке коврового покрытия мощность всасывания увеличивается. Давайте посмотрим на высокоэффективную щетку JetBot 80, разработанную для тщательной очистки как ковров, так и твердых напольных покрытий. Щетка выполнена из тонких волокон мягкого тканного материала с добавлением антистатического серебра. Все это дополняют самоочищающиеся лезвия. Они измельчают волосы, предотвращая их запутывание вокруг щетки. Вы можете управлять роботом-пылесосом JetBot в любое время и в любом месте с помощью функции Wi-Fi Control. Планируйте уборку выбранных комнат или установите запретные зоны, используя приложение SmartThings. JetBot сам проложит маршрут и очистит комнату за комнатой в соответствии с вашими указаниями. Также при помощи SmartThings вы всегда можете посмотреть, какие помещения уже убраны, поставить пылесос на паузу, полностью прекратить его работу или просмотреть историю уборки. И финальный штрих. В любой момент пылесборник можно снять и полностью промыть водой, поддерживая его чистоту. Предлагаю перейти к еще более удобному и практичному варианту Samsung JetBot 80 Plus, в комплектацию которого включена специальная станция очистки Clean Station. После уборки робот-пылесос автоматически возвращается на станцию, которая удаляет пыль благодаря технологии Air Pulse. По результатам тестирования, многоуровневая система фильтрации в Clean Station задерживает более 99% мелкой пыли. В зависимости от условий и частоты использования, очистку пылесборника Clean Station нужно производить всего лишь раз в месяц. Рассмотрим еще одного умного малыша — Samsung JetBot AI90+. Как видно из названия, сейчас речь пойдет о продвинутых возможностях искусственного интеллекта. Но для начала перечислю все те преимущества, которые я упомянул во время обзора предыдущей модели. Датчик LiDAR, Jet Cyclone, цифровой инверторный мотор, интеллектуальное управление мощностью, самоочищающаяся щетка, Wi-Fi Control, моющийся пылесборник и Clean Station. Всем этим может похвастаться JetBot AI90+. Однако вернемся к вопросу об искусственном интеллекте. В данном роботе-пылесосе используется технология Jet AI, которая определяет и классифицирует разные типы мебели и предметов, запоминая их месторасположение. Затем JetBot очищает пространство, не приближаясь к хрупким и опасным объектам. Теперь вы можете включать пылесос, не проверяя перед этим каждую комнату. JetBot AI90+ сканирует пространство при помощи объемной 3D-камеры. Он распознает структуру комнаты и препятствия, в том числе мелкие и узкие предметы. Например, кабели высотой всего 1 см. Или ваши любимые носочки. И вот что еще поразило меня в данной модели. Фронтальная камера JetBot позволяет транслировать видеоизображение через приложение SmartThings. С функцией JetLife вы можете в режиме реального времени смотреть за тем, где робот-пылесос сейчас убирает, где находятся ваши питомцы и что происходит в вашей квартире. Думаю, что этот обзор вызвал у вас чистый восторг. Как вам такие умные и трудолюбивые помощники по дому? Делитесь своими впечатлениями в комментариях. С вами был Шерзод. До скорой встречи!